Инна Ерошина, руководитель отдела ЗАГС по торжественной регистрации браков, держит пекинеса по кличке Дюша и йоркширского терьера Оливера. В те времена, когда он появился, не было слова «няшка». Он реальная няшка. Вот сейчас, как молодежь говорит, что он такой лопусек. Он реальный лопусек. Вот Дюша – это наша няша. Он путешествовал по всему свету. Он с нами везде. Мы даже в одно время выбирали специально отели, где, на котором разрешалась собака. В октябре ему будет 12 лет. Он уже по человеческим меркам, ему почти 70, он уже дед. Он привереда, он ест только мясо, в любом виде. Иногда сырое, но в основном, конечно, вареное, любит курочку. И очень редко, у него у нас гурман, он любит ананасовый компот. Мы стригемся 2 раза в год. Прямо вообще буквально на лысочку такое, чтобы, потому что ему очень жарко, действительно. Вот у нас еще идет сынок наш один, а это наш принц Оливер. Но мы в семье его зовем Коля. Он настоящий пацан, реальный пацан вообще. Он задира, он очень смелый. Ну не ругайся, Алюш, ты же добрый мальчик, хороший. Хороший, модный. Да. Кстати, Олька только разговаривает, но не умеет кусаться, а Дюша может цапнуть. Но во дворе все любят Дюшу и не любят Колю, потому что Коля сильно громко лает, и это никому не нравится. Дюшка, он за ним реально не поспит. Он только голову повернет, это уже 15 раз вокруг него обижал. Они могут поссориться либо из-за игрушки. И, конечно, из-за чего у них реально может быть потасовка, это только из-за чашки с кормом. Но я очень их люблю. Они нашу жизнь делают другой. Хотя, конечно, требует огромного ухода. Недавно Дюша у нас лежал в клинике. Я могу вам сказать, что 5 дней его проживания обошлись нам почти в 15 тысяч. Они оба выставочные, у них прекрасные документы, подтверждения родословной. Но вы знаете, для меня мои собаки – это не средство для денег. Это средство для любви, для души. Давай, молодец. Оливер, вот так. Вот так, футбол, гонять, туда-туда, гонять его.